Когда мне предложили взять на тест новую камеру Nikon One J5, я с удовольствием согласился. Для фотографа, профессионала, особенно много путешествующего, вопрос поиска качественной техники при малых габаритах всегда открыт. После громоздких и увесистых зеркалок размеры J5, мягко говоря, удивляют. Но к компактности камеры быстро привыкаешь, а результат съемки впечатляет. Мне удалось протестировать камеру в самых разных условиях. И в постановочных, где важно качество, и в репортажных, где важен быстрый рецепт и автофокус. Плюс к этому я снимал пейзажи, людей, видеоролики, динамичную репортажку. Практически все фото и видеозадачи я решал при помощи J5. Размер и вес камеры при всей ее технологичности удивляют. И точно так же удивляют объективы. Они очень маленькие, их можно носить в кармане брюк. На новый Nikon One J5 установлен 20-мегапиксельный сенсор с обратной подсветкой, так что с шумами у меня не возникало проблем даже на ISO 3200 и 6400. Как репортажнику мне было очень интересно протестировать режим серийной съемки 20 кадров в секунду с активным автофокусом на полном кадре. Сейчас ни одна зеркалка так не умеет. И камера тянет заявленную скорость. Даже в очень быстрых динамичных сценах мне было из чего выбрать. Это редкость и потрясающий результат. Я использовал режим блокировки по первому кадру, и скорость съемки возросла до 60 кадров в секунду. В нашем случае это было избыточно, но в очень динамичных сценах Nikon J5 будет на высоте. Если вы снимаете какой-то статичный объект, то с фокусировкой у вас не возникнет проблем, но если объект съемки перемещается, делает это быстро, то камере придется потрудиться. Самые сложные ситуации, когда объект съемки двигается не параллельно вам, а на вас. Но в Nikon J5 использована очень крутая гибридная система фокусировки, 171 датчик, из них 105 фазовые, и они располагаются по всей плоскости матрицы, в результате фокусировка в любых, даже самых сложных условиях, практически мгновенная. Чем не могут похвастаться зеркалки, так это такой же скоростью фокусировки при съемке видео. На Nikon J5 автофокус отрабатывает просто отлично при смене планов, перефокусировка происходит быстро и плавно. Благодаря разнообразным и удачным сценам мне удалось протестировать все видеовозможности камеры. Она снимает Full HD видео с частотой кадров 60p. Раньше такое умели только профессиональные камеры. Это идеально подходит для самых разных динамичных сюжетов. Я фотограф, и я в основном снимаю фото, но те, кто снимает видео, оценят то, что в этой камере есть slow-mo режим. Здесь есть режим интервальной съемки, всеми любимый таймлэпс. Она даже 4К видео умеет снимать. В целом, при наличии Nikon One J5 отпадает необходимость в видеокамере. Вы получаете два устройства в одном. Настолько хорошее здесь качество видеосъемки. Для записи видео есть специальная кнопка сверху. И она, кстати, совмещена с управляющим диском. Вообще, к эргономике камеры претензий нет. Мне очень важно, чтобы камера удобно лежала в руках, и я вначале был не уверен, но вообще такая малышка. Можно за нее как-то ухватиться, уцепиться, но нет. Отличная эргономика, спереди удобный хват, сзади упор для большого пальца. Очень много механических элементов управления, что очень удобно при динамической съемке. Отдельная история на этой камере – это поворотный дисплей. Это не излишество, это на самом деле круто и удобно, потому что часто ситуации требуют там, присесть пониже, взять какой-то очень высокий ракурс. Так вот, поворотный дисплей, он и размеры Nikon J5, они позволяют все это делать очень просто и искать эти ракурсы, находить их. Это удобно как в фото, так и в видео. Дисплей выворачивается так, что камера превращается в селфи-камеру, с помощью которой можно было сделать несколько удачных селфи. Но у меня получилось несколько прикольных фотографий с хаски и с лошадьми.
Очень здорово, что этот поворотный дисплей еще и сенсорный, и большинство самых важных настроек можно менять прикосновением, нажатием на сенсорный дисплей. ISO, режим фокусировки, да что угодно, можно пролистывать фотографии, увеличивать или уменьшать их просто прикосновением. Но мне очень понравилась функция изменения точки фокусировки простым нажатием на дисплей. И можно не просто выбрать точку фокусировки, можно выбрать ее и тут же сделать снимок. На зеркалке на это ушло бы очень много времени выбирать точку фокусировки джойстика. Учитывая выездной характер практически всех моих съемок, очень здорово, что в этой камере есть NFC и Wi-Fi. Я могу посмотреть фотографии, отобрать самые лучшие и тут же их отправить кому-то или опубликовать, ну, например, в социальных сетях. В рюкзаке большинства фотографов камера занимает не так много места. Большинство места занимают объективы. Nikon ONE J5 изменил мое представление о камерах со сменной оптикой. У меня с собой была сама камера. Светосильный фикс 32 мм 1.2 с просто великолепной картинкой. У меня с собой был широкоугольный зум, телезум 10-100, и все это умещалось в маленькой плечевой сумке. Эта камера Nikon ONE J5 очень удобная для стрит-съемки не только потому, что она такая маленькая, но еще и потому, что у нее есть вот этот классный откидной экран. Вы можете снимать людей, не привлекая к ним внимания. Если ты смотришь через видоискатель, ты устанавливаешь с объектом связь. Когда ты смотришь через экранчик, этой связи нет. Вас не замечают. Вы остаетесь невидимы для объекта съемки. Это очень важно для стрит. Я очень часто хожу в горы. И для меня вес – это крайне важный момент. Когда ты несешь с собой 30 килограммов рюкзак и еще 15 килограммов оборудования, ты стараешься искать компромиссы, ты стараешься срезать вес. Я готов взять Nikon ONE J5 в горы, потому что там, где я несу один комплект фототехники и один комплект объективов и камеры, я мог бы нести 3, может быть, 4 комплекта объективов. Мне очень понравились специальные режимы съемки на Nikon ONE J5, такие как, например, замедленное движение. Раньше мне приходилось использовать видеоредактор, чтобы добиться таких эффектов, но теперь это можно сделать прямо в камере. С помощью функции «Моментальный снимок движения» можно не просто сделать фотографию, зафиксировать мгновение, но и показать его предысторию. А для съемки очень быстрых действий Nikon ONE J5 имеет еще два режима – съемка лучшего момента и замедленный просмотр. Каким бы быстрым ни было действие, камера в этих режимах зафиксирует каждое мгновение и либо сама выберет самый удачный кадр, либо позволит вам сделать это вручную. J5 не единственная камера в семействе Nikon ONE. Кроме этого, есть и беззеркальные камеры S2, V3, AV1. В ближайшее время я обязательно вывезу эти камеры в поля, протестирую их и сделаю выбор в пользу одной из них. S2 — это простая камера для повседневной съемки, и, возможно, именно она мне не очень подойдет. Но вот к даже более мощной, чем J5, камере V3 или удара и влага прочной AV1 я бы присмотрелся. Для некоторых съемок я теперь точно буду использовать Nikon ONE J5, потому что для фотографа путешествовать налегке и при этом иметь полный комплект оптики, получая высококлассные фотографии, это очень круто.